Михаила Сонина, члена местного общества инвалидов, в городе знают многие. Потому что, несмотря на заболевание, он очень активен. Принимает участие практически во всех конкурсах, фестивалях, мероприятиях, которые проводит общество. А с недавнего времени он еще и волонтер. В переводе с латинского «волонтер» означает «доброволец». Вот уже год, как Михаил своими силами наводит чистоту в городе, убирает мусор. За прошлый год он собрал 70 мешков, столько же за половину этого. А началось все прошлой весной, говорит доброволец. Тогда после участия в субботнике около своего многоквартирного дома на Нижнем дворе, где он собрал 15 мешков, в течение 2 недель он следил за чистотой убранной территории. А потом перешел улицу и начал уборку вдоль реки. Фабрики номер 2. Его стараниями после обращения в администрацию старые деревья были выпилены. Территорию очистили, мусора стало меньше. Осенью он перешел уже на близлежащие улицы. «Для меня уборка территории – это своего рода физкультура на свежем воздухе», – говорит Михаил. «Кто-то ходит для этого в спортзал и поднимает штанги, а я это делаю ради удовольствия, гуляю и делаю добро людям». По его словам, в городе очень много мест, ни за кем не закрепленных в плане уборки. Эти места и портят общий облик города. Мусор разный, я не убираю, и бутылки, и пакеты, и фантики, и колеса бывают, и хотел бы в качестве оправдания людей могу сказать, почему, это мое мнение, почему не бросать мусор. Потому что у нас в городе очень мало урн, куда можно культуру вытянуть и культуру бы его бы убрать. Вот по этой улице ни одной урни нету. Если мелкий мусор Михаил убрать может, причем всегда его выбрасывает в контейнер, исключение улица Большевистская, где его позже уберет региональный оператор, так как контейнера здесь рядом нет, то вот с обрезанными сухими ветками ему не справиться. В том году у твоего дома собрал более шести куч сухостоя. Их всех увезли. В этом году... С мая они лежат, и их никто не уволит. Две куши очень больших лежат, девочки, теплотрасса. Там две куши, одна большая, другая маленькая, не вывозят. На вопрос, как реагируют прохожие на его работу, Михаил отвечает, что мнения разные. Кто-то говорит, почему ты делаешь это бесплатно, кто-то говорит, молодец. Но, наверное, есть те люди, которые бы хотели бы присоединиться, но они не знают, куда обратиться, где им могут предоставить вести рукавицы. И хотелось бы на базе администрации создали бы штаб, который бы координировал бы работу добровольных помощников, которые бы хотели бы и убираться, и за водой следить, за деревьев. Эти штаб или совет будет на базе администрации, то это очень хорошо. Меня в администрации очень хорошо поддерживает Надежда Владимировна Терешкина, которая руководит общественным приемной партией «Единая Россия». Михаил Александрович Сонин у нас не только активный житель города, но и постоянный посетитель местной общественной приемной. Его предложения по благоустройству города всегда у нас доводятся общественной приемной до исполнительной власти, а также включается в план работы администрации района. В прошлом году Михаил обратился в местную общественную приемную со своей инициативой стать экологическим волонтером по уборке территории города от бытового мусора. Мы его, конечно, в этой инициативе поддержали,
И я знаю, что он первоначально начинал уборку территории возле своего многоквартирного дома, а также вдоль реки, вот здесь у моста. Общественная приемная, конечно, ему очень благодарна за его труд и неоценимую помощь, которую он оказывает нашему городу. И, если можно так сказать, проявляет вот именно тот патриотизм, который сейчас очень многим нам недостает. И очень хочется обратиться к жителям нашего города, чтобы все жители нашего города содержали и поддерживали чистоту и порядок возле своих многоквартирных и частных домов. Я бы хотел бы сказать, что за 3 года давайте любить свой город. Ведь у нас такая удивительная природа, такая замечательная пейзаж, дороги. Если вы любите свой город, то будет чистота и порядок. Давайте полюбим свою малую родину. И особенно нашу маму, матушку природы. Потому что наша матушка природы и кормит, и поет, и одевает. Давайте ее уважать и перестанем ее загрязнять.